Как ты думаешь, ситуация в России с военной цензурой, она может как-то нормализоваться, откатить, что все вернется, или это уже какие-то прошли необратимые изменения? Ты знаешь, я мало встречала, я не помню вообще на веку на своем, что если не меняется ничего, и не меняется власть, и не меняется, там, не знаю, вектор движения, чтобы какие-то репрессивные законы, они отползали или там ослабевались, или отменялись. Я такого не помню. Слушай, это же так удобно. Посмотри, какое количество там реально там СМИ уехало, закрылось, переформатировалось и так далее. Это же удобно. Ну что, власть добилась, в общем-то, результата.